В Новороссийске продолжается акция «Сохраним память». В рамках ее проведения депутат ЗСК Михаил Ковалюк посетил музей в гимназии номер 1. Основным родом деятельности движения является изучение истории Великой Отечественной войны, сохранение памяти о трагических и героических страницах общей истории народов мира. Здесь собрано более 800 экспонатов, фотографий, писем, знамен, наград, предметов, обмундирования и снаряжения отечественных вооруженных сил, а также армий других государств. В гимназии был подарен летный шлем военнослужащего военной базы «Хмеймим». Это предмет нашей особой гордости. Михаил Анатольевич ознакомился с экспозициями, которые посвящены героям Советского Союза, а также с официальными документами, фотографиями, газетами прошлых лет, памятными медалями. Особое внимание привлекла выставка «Письма памяти 1941 года». Ребята собирают сведения о своих родственниках, которые воевали на фронте и ковали победу в тылу. Часть из них оформлена в виде солдатских треугольников. Каждое письмо хранит историю своего автора. Это именно те, кто начал войну в Брестской крепости в июне 1941 года, те, кто первым вошел в Берлин, и те, кто пропал без вести навсегда. Михаил Ковалюк также побывал в мемориальной комнате поста номер 1, познакомился с молодой выставкой музея «Сирия, мы с тобой». Этот проект реализуется с конца 2017 года. В этом мероприятии приняли участие все ученики с 1 по 11 класс. Ребята писали письма, рисовали рисунки. В зале музея собраны материалы о событиях в Сирии, о помощи российской армии сирийскому народу. Новогоднее чудо для детей Сирии сотворили школьники из Новороссийска. Они собрали сладкие подарки, нарисовали открытки, посылки передали сверстникам в город Латакию. Депутат отметил, что музей гимназии номер 1 уникален по своему содержанию и представленным экспозициям.